Видеоблогер из Витебска Елена Федюкович победила сразу в двух номинациях интернет-конкурса «Миссис Мама YouTube 2015». В престижном состязании участвовали женщины из 7 стран, которые активно ведут видеоблоги. Жюри оценивало оформление канала, стиль подачи материалов, а также активность зрителей. В своем видеоблоге жительница Витебска дает советы молодым родителям. Вести канал помогает муж, а вдохновляет на новые видеоролики маленькая дочка. Подкидывает нам темы ребенок сам, во-первых. Во-вторых, мы видим, вот с чем-то сталкиваемся, мы это тоже можем снять легко. И плюс еще, естественно, люди нам задают какие-то вопросы. В первую очередь мы это делаем для людей, чтобы как-то поделиться вот нашим опытом. Видеоролики родителей из Витебска ежедневно просматривают 1000 подписчиков. Сюжеты на различные темы обновляются каждую неделю.